Всем привет! С вами Мервин, и сегодня у нас первый выпуск шоу «Здоровый образ жизни». Сегодня я постараюсь пробежать 5 километров вот по этой дорожке, побить грушу и пройти кроссфит. Упражнения были придуманы Роучем. Начинаем бежать. В общем, вот я добежал до площадки, сейчас я чуть-чуть побоксирую грушу, и мы побежим на стадион. Собственно, там я буду выполнять кроссфит. Итак, выполним небольшую разминочку. Вот мы добежали до стадиона, сейчас мы пойдем на спортплощадку, там я буду выполнять упражнения из кроссфита, придуманными Роучем. Собственно, пройдем, встретимся на месте. Телепортация! Вот мы прибыли на место. Спортсмен. Извиняюсь за падение. Вот мы прибыли на место. Сейчас мы будем заниматься. Я буду выполнять. Сейчас ты будешь делать, а я потом. Я буду выполнять упражнения. Или вообще не буду. Спортсмен. Мы уже размялись, в принципе. Ну, собственно, приступим. Так, все, я выполнил упражнение. Дальше снимать не стали. Не особо удобно. Теперь я немножко повешу на турничке. Потом можно снова выбить. Давайте лучше на бочку.
ЗОЖ – это сила. Беспонтово, но красиво. Сух, покажи. Че свои сиськи показывай. Прям тебя кто-то покупать будет. Ну и как мне это? Бицуха. Ну вот так вот. Так. О. Смотрите, какой качок. А покажи трапецию. А это... Покажи всем пресс. Крутой, крутой. Накачанный парниша. А тебя посмотрите на мои булочки французские. А тебе не холодно? Нет. Я же еще могу подъем с перерывом. Понтуется парень, понтуется. Так тяжело. Ты мне еще тут понтуешься. За Бога. Не, это для слабаков. А я думал, ты пустую будешь делать. Сколько вес твоей данной штанги? А, право знает. Ну, мало, да? Да не, нормально, ты че? Ну, считай, вот эти... Сколько они тут написаны? А ничего на них не написано. Ну это примерно 5 и 5. Ну примерно, да, 10 и гриф примерно 5 килограмм. Гриф 5 килограмм такой не может весить. Ну хотя на меньше, ну 2,5 пусть. Ну ладно, все равно килограмм 20 есть. Твоя очередь показывать свой торс. Ну и покажи, что я плет своего. А? Торса. Да я не накачанный, ты че? Ну бицухи-то даже нет. Это не бицуха. И это не бицуха. Хотя это бицушка. Все, давай. На пресс поработаем. На бицепс поработаем. Начнем с разогрева.
Это для слабаков, а это для парней. Если что, вес штанги сейчас 22,5 килограмма. Все равно это для дрыщей. Ну, как я. Маловато будет. А вот это уже для хороших парней, серьезных. Вот как вот этот вот парень, 15-летний, который младше меня армеет. Тони Раут прям. Ну да, конечно. Это тяжело. Реально тяжело. Я вам отвечаю. Это вес почти 32 с хреном. Да ладно, 32? Дай попробовать. Ты же ей пробовал. Да? Конечно. Ты говорил, 20 было. Ты ничего делаешь? Я считаю, 10, 5, 5. Качайтесь сами, и будет вот такая пиццуха без протеина. Одобряю. Итак, всем спасибо за просмотр данного видео. С вами был Мервин. Роуч. Надеюсь, вам это видео понравилось. Не забудьте подписаться на канал, поставить этому видео лайк, если вы имеете хоть какое-то уважение к таким подросткам, как мы. В общем, всем спасибо. Всем до скорого.